картина иная. И более такой энергозатратный хоккей. О, хаппала, хаппала, бросил, уложил Гудочика. Спартаковцы с трудом сейчас уцелели. Потери Динамо отходит назад и уплотняет сперва участок в зоне средней. И очередной момент у Андронова был. Соркину отдал. Хорошая передача уже. Не попал в ворота. Сейчас, наверное, нам покажут этот атаку. Да, и здесь Тейлор, конечно, раз спас, два спас. Ну, просто здорово. Михайлис, первый на шайбе. Ой, хорошая пауза какая. И бросок, добивание! Что творит Сятери? Вот это момент Борис создает. И Сятери здесь реально просто выручил свою команду. 100%. Плохо отборолись от Минцы, за воротами соперника, вернули шайбу себе, там Буртасов молодец, а здесь просто великолепная передача, но Кемпайнен свою результативную серию продлить не сумел, спасает Линдбек свою команду, и вот в этом как раз весь шведский страж ворот финской команды. Специалистами 44 года Дэвид Немировский, хотя и опыт довольно серьезный уже накопился и у того, и у другого тренера. Опасный момент, и как вытаскивает Проскуряков, вот это спасение! Забей сейчас Торпедо, точно мы бы увидели замену вратаря. Но вытянул правую руку. Моменты могут, конечно, возникнуть. И вот что сейчас! Это мега спасение Коваржа! Как Картаев не забил, непонятно. Мне кажется, он уже сам поверил, что все, это гол Коваржа отыгран. Но голкипер-автомобилист играл до конца в этом моменте и сумел все же клюшкой отразить эту шайбу. Вышел из ворот. Вот это привет! И спасает Мецела. Ну, конечно. Прикольно. Ну, я не знаю, это Мецела. Да.